Head Prestige, лыжа из премиальной линейки хедов, сделана на базе iRally. Лыжа имеет 75-ю талию, поэтому позволяет, опять же, кататься по любым склонам любой кондиции, будь то утренний вельвет, либо послеобеденная каша. Лыжа комфортна, но, опять же, на ней можно погонять, можно спокойненько круизно покататься. Комфортно будет людям с большим весом. Легким людям, соответственно, у кого небольшой вес, нужно будет дорабатывать техникой. В принципе, неплоха для отрабатывания технических каких-то элементов. Эта лыжа была придумана как премиум-класс. Хотя по всем промерам, по своей начинке, она напоминает ту же ралли. Талия у этой лыжи 76-я. Лыжа требовательная. Требовательная подготовки лыжника, чтобы управлять этой лыжей. Легкий человек, ему будет сложно с этой лыжей справляться. Не любит сильных бугров. То есть, как бы не прогибается. Достаточно очень жесткая торсионка. Лыжа для сегмента людей, экспертов. Мы сегодня катались и по разбитому склону, и по мокрому, достаточно жесткому льду, по разным уклонам. И во всех условиях эта лыжа показала себя, на мой вкус, очень хорошо. Благодаря высокой торсионке она охотно входит в поворот и на крутом, и на пологом, и при этом ее не срывает в дуге. В отличие от других лыж, при всей своей серьезности она обладает большой игривостью. Лыжа провоцирует кататься весело, пробовать какие-то новые элементы. Я бы порекомендовал эту лыжу продолжающим экспертам, которые хотят продолжить работать над своей техникой катания.